Так они сказали друг другу еще какие-то слова. Понемногу обоих начала опутывать застенчивость. Даша опустила глаза. «Сюда, в Москву. Давно приехали?» «Только что с вокзала. Я сейчас скажу кофе». «Нет-нет, не беспокойтесь, я сейчас в гостиницу». Тогда Даша чуть слышно спросила. «Вечером приедете?» Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. «Значит, я приеду. Вечером приеду». Даша протянула ему руку. Он взял ее нежную, сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо. Кровь хлынула в лицо. Он стиснул ее пальцы и пошел в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела из-под лобья. «Часов 7 можно прийти, Дарья Дмитриевна?» Она кивнула. Иван Ильич вскочил на крыльцо и сказал лихачу: «В гостиницу, в хорошую, в самую лучшую!» Сидя, откинувшись в пролетке, засунув руки в рукава шинели, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени, людей, деревьев, экипажей летели перед глазами. Иван Ильич поднес к носу ладонь, еще горевшую от Дашиного прикосновения, и засмеялся. Колдовство! В это время Даша, проводив Ивана Ильича, стояла у окна в гостиной. В голове звенело. Никакими словами нельзя было собраться с духом, сообразить, что же случилось. Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула. Побежала в спальню к сестре. Екатерина Дмитриевна сидела у окна, шила и думала. Услышав Дашины шаги, она спросила, не поднимая головы: «Даша, кто был у тебя?» Катя вгляделась, лицо ее дрогнуло. «Он! Не понимаешь, что ли? Он! Иван Ильич!» Катя опустила шитье и медленно всплеснула руками. «Катя, ты пойми, я даже и не рада, мне только страшно!» — проговорила Даша глухим голосом.